Рабочая встреча министра сельского хозяйства с губернатором и представителями бизнес-сообщества региона выдалась напряженной. На доклад о развитии агрокомплекса Ивановской области гости из столицы ответили своими цифрами. Министерские чиновники отругали регион за уменьшение объемов производства свинины на 30% и за качество молока, которое в разы ниже европейских стандартов. Единственное, что, по мнению министра сельского хозяйства, достойно похвалы – производство и сбыт куриных яиц. Показатель в 355 яиц на душу населения отлично выглядит даже на уровне страны. Я уверен, что после сегодняшнего совещания, после этой встречи, у нас начнется новый этап развития. И действительно символично то, что после визита министра за последние 20 лет первого будет изменение политики.